Обратно спиной вперед. Легко, легко, легко. Один в длину, один вверх, обратно другим боком. Сейчас такая. Лицом ко мне встаем. Как только выключается свет, работаем. Пошли. И включается, убегаем. Оп, зеленый, да. Следующий, как только выключается, работаем. Давай, 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 чтобы почаще. Включился, оп, убежал, да. Левая нога выходит. И поехали. Почаще, почаще, почаще. Оп, да. На следующие две переходим. Легко, легко, легко. Пока не успел встать. Об землю, 1-0. А! Оп. Давай, кидай, давай. Кидай, кидай. Падение, а, Калуга, да. Можно. Есть, 1-1. Ворота. Есть. Давай, давай, давай. 6-5. Рук ты следующий. 6-6. У тебя ты. Все, полетел. Да, да. Руки, руки, руки. Не было. Хорош. Ай. Рукам, естественно. Есть, 8-7. Хорош у тебя. Играть, играть. Хорош. 8-8. Плюс один. Ждать. Есть, плюс один, выиграли. 4-4. Хорош. Ну, блин. Хорош. Хорош! Плюс один! Я не видел! О, пробросили, пробросили! Хорош! Круг, конечно, самый. Ровно! Ну, брат, близко! Ровно! Победа! Победа! То есть человек, земля нельзя? Все ясно, да? Можно сначала об землю, а потом передать. Али, подняли! Красота футбола, это хорошо, но нужен результат, ребят. Надо забить. Есть. 1-0. Вот. Гори. Играй. Сейчас. Иди. Ой-ой-ой. Да-да-да. Один. Надо же на счет играть. Да-да-да. Ровно, что мы 4 оставайтесь. Два. Ну, Шапи. Три, я сказал, мы три отыграли. Здесь. Артем. Вы желтенький поменяйте. Я поменяю. Стой. Беги. Ё, наладил, наладил. Просто туда. Дина! О, меня хочет ударить. На! О, ну вот, вот они вас приняли. Как? Идет, идет. Вот, идет. Давай, давай. Вот, нет. Вот, нет. На. Есть? Еще. Тихо, собака. Хорошо, бьет. Не сдаемся. Опа. О, у вас что-то. Да вы что? Ну что, ладно, давай я пойду. Что ты задышал, по-моему? Полторы минуты. А, ну, что, иду, брат. Ты мне подпи, мне подпи. Ты за всех сил старался. Слушай, громко лезет. Два. Я время задерживаю. Паровозу. Давай. Опа. Хорошо летел. На! Кинстахин! Назад беги!
работал. Ура! Ура! На такие не берутся. Давай, Леш, Леш, можно? Можно? Хорош, кружочек. Вам ожидать, дай пас. Пули, вы зеленое поле, только здесь или здесь? Ну, мешайте. Давай, бей. Хорош, Максе! Хорош, Ванька! Повыкин, хорош! Еще! Хорош! Нет, вообще! Сейчас я говорю, что там делаю. Все, ломай! Стою! Всю зло сложу! Что это за открывание, Костя? Один! Давай, давай, начинай! Ром, разумеется! Хорош, колу! Левая! Все, поплыли, поплыли, синенькие. Зелененькие, давай, Михалыч. Давай, собери команду. Дальше завершаем. У меня начало. Давай, завершаем. Жёстче Чукава! Жёстче Чукава! Хорош, Михалыч! Играй, левую кружку. Бей. Пойдём. Ой-ой-ой! Я в 9 дал, говорю, узнаю. Даже Даню может признать. Сейчас Голубь подойдет, расскажет. Голубь позовет. А там Денис не хочет? Там, сейчас говорят, Калугин. Михаил Михайлович, уверенная победа над исландцами, обидное поражение от французов. Что изменилось в настроении игроков и изменилось ли вообще? Ну, понятно, что поражение не совсем приятно, и мы нацеливали ребят на положительный результат в качестве игры, которую показали, оно в целом удобоваримо. Вопрос деталей, нюансов. Понятно, что для нас это не удобоваримый результат, но сейчас самое главное отбросить негативные эмоции. Мы готовимся к полной, так сказать, концентрации. Сегодня необходимо было немножко эмоционально футболистов разгрузить, да, поэтому одна группа восстанавливалась, другая работала. Сам видит эмоциональный фон, который сегодня только на тренировке, поэтому завтра уже непосредственно полностью будем готовиться к игре.